Приветствуем всех. Ну что же, с великаном поговорить нельзя, где он там прячется, правда, уже не помню. Вот, кажется, где-то там. И так что, видимо, просто квест провалили, и все, и нам это вообще ничего не дало. Во-вторых, ох уж эти скрипты-скриптики. То есть, вот оказывается, здесь есть 4 скопления свиней. Одно здесь, одно вон там, вот, где был внук сказителя, одно в лесу, в этот раз я до него еще не сходил. И одно вот там вот сверху. В принципе, мы до него вот сейчас доберемся между делом. Но шутка в том, что вот то у внука, точнее, ну, рядом с внуком, которое было, мы уже видели. Но, видимо, после загрузки отметка, что мы его видели, слетела. Из-за чего, блин, столько пришлось перелазить. Просто не знал, что с этими свиньями делать. То есть всех вроде нашел. Подумал, что они не идут из-за того, что рядом есть враги. Уничтожил всех врагов, они все равно не идут. Подумал, может тогда их живыми не надо оставлять, надо просто прибить. Я их прибил, на меня получилась вот эта вот таверна, получилась драка и все. Она просто осталась враждебной. А вот что делать с великаном, так и не понял. Ладно. Ну, как скажете. Как скажете. Чё? Стой! Проход запрещен! Ни один чужеземец не пройдет в долину! Миру грозит опасность, и я сделаю все, чтобы ее предотвратить. Лучше не стой на пути у мага гильдии, иначе ты испытаешь на себе всю силу магии! Твои угрозы для меня пустой звук! Здесь, в горах, нам не страшны никакие маги! Если тебе так хочется попасть в долину... Докажи не словом, а делом, что ты достоин этого. У нас много воинов. Мы сможем с легкостью перебить этих упрямцев. Смерть Зарагона, конечно, да. И да, тоже еще момент. Если бы мы направили воинов несколько вперед, то после завершения долга они бы туда прошли, и эти ребята нас бы ополчились. Они посчитают, что это вторжение. Ну? Скрипты... Ладно. Я даже подумал, что может с великаном, может быть, после того, как мы с ними поговорим, ну, типа, держит его нападение, но нет, он никак не реагирует. Угу! Идем! А, логово забыли доломать. Ладно, ничего страшного. Оно нам помешать не должно. Впрочем, как вот это вот. Так... Ну, там даже подсказывают, как нам получить одобрение гоблинов. Угу! И да, начинаю сейчас подумать, что в следующий раз надо взять дипломатию, чтобы расширить количество наших бойцов. Потому что так-то они уже в потолке, усовершенствовать их нельзя, а значит, единственный способ усилить наш, так сказать, боевой потенциал в плане войск, это нанять дополнительные войска. Думаю, что здесь вот... Не сказать бы, что вот что-то любопытное осталось. Может, вот это вот. Но опять же, мы... Не сказать бы, что сильно полагаемся на заклинания, хотя, конечно, и поддержим наши войска. Ладно. С их помощью. Угу. Вы обратились к мастеру. Слушаем! Ого! Слушаем! Я, кстати, заметил момент, что вот этого паренька что-то силой обделили. Ну, то есть у этих 76, у этого 72. Ну? Вороги сильные твари, но даже они не устояли перед нашими доблестными воинами. Да, кстати. Я слушаю. Я это сделаю. Слушаем!
Как скажете. Я слушаю. Не все пережили нападение ворогов. Не дай нам пропасть. Помоги найти дерево и камень, а мы уж потихонечку как-нибудь отстроимся. Так, ну немного у нас ресурсов. Да, с собой, кажется, было. Слушаем! Как пожелаете. Ваш враг, мой враг. Ваш враг, ваш мой враг, мой враг. Мы... Так, ну... Нет, не надо, но и нам не то, чтобы требуется. Чё? Что он товарно хочет? Логово ворогов? Разве мы не все уничтожили? А, видимо, только которые пропустили. Ладно. По пути разберемся. Мы... Идем! Ах, да, мы вот здесь вот. Не проходили. Просто вот с той стороны, ну вот, со стороны раскопок, мы да уничтожили два логова, там даже один ворог, а нет, это не ворог был, просто чудовище. Оно забралось на скалу, и мы оттуда его так и не выкурили. Так что, по идее, оно где-то вот здесь вот сейчас еще и продолжает танцевать. Ну, наверное. Ладно! Идем! А, помню, неприятное место. Когда искали свиней, кстати, стоп, мы их мимо, что ли, прошли? Они же вроде где-то здесь должны были быть. Так, стоп. А, они дальше, оказывается. Видимо, я потому что близко, из-за того, что вот с этой стороны постоянно ходили. Ладно, ну помню, вот здесь проходили, такие неприятные ребята здесь есть. Правда, каким-то чудом мы прорвались, но мы именно что шли мимо. Угу! Так что лучше осторожность проявить. Как скажете! Вы обратились к мастеру. Огонь очистит их души! Ну? Хватай оружие, ребята! Кстати, все же изучили вот это заклинание «Грязь». Потому что 8% минус скорости очень неплохо с нашей тактикой «Бей-беги» сочетается. Я это сделаю! Да что ж не так? Что он так близко пытается подойти все время? Сделаем в лучшем виде. Я слушаю. Слушаем. Вы обратились к мастеру. Я слушаю. Да. Так. Ну? Ну? Как скажете. Хватай оружие, ребята! Так, дух потеряли. Призывали. Чё? Бей врагов! Так. Стимул Васи Гоблинов. Мы... Мы... Так, тут бы под удар не попасть со спины. Ага, уже идет. Ладно! Удар в спину.
Угу. Отсылочка. Вперед. Так. Хотя давайте лучше стандартно. Ну! Вот серьезно, если бы они не мазали... Бей врагов! Враги бы до них даже не доходили. Мы... Ладно. Чё? Идём? Бей их! Мы... Бей их! Бей врагов! Мы... Ладно. Так, хорошо. Ну, мы весьма неплохо обезопасили местную территорию, конечно. Приказывайте. Чё? Да? Приказывайте. Осторожно! Хорошо. Как пожелаете. Эй, дух, ты куда? Ага, то есть я его призвал так, что он не двигается теперь. Замечательно. Ну, ладно. Угу. Угу. Идем. Ладно. Идем. Ладно. 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 Как скажете. Я повелеваю огнем. А, ну да, в принципе, же другой отряд тоже может поднять. Просто это... Что-то начал перестраховываться. Мы... Ладно. Ладно. Идем. Угу. Ладно. Ага. Куча еды. Вы обратились к мастеру. Но не ко мне с бревнами. Как пожелаете. А, ну да, у него уже все забито. Это мы, кстати, у бандитов отобрали. Мы... Я. С удовольствием. Ваш враг, мой враг. Я. Для меня это честь. Мы... Уж не знаю, цена ли та руда волшебная, которую там еще раз докинули нам. Но думаю, нам... А, стоп. Как скажете! Чё? Ну? Так. Я повелеваю идём? Огнем. Надо обозначить, что мы нашли поросят. Угу. Шустрее. Как скажете. Так, надеемся, это хватит. Идем. Как скажете. Сюда. Так, эти еще не дошли, как ни странно. Шустрее.
Вы обратились к мастеру. Ты помог поднять наш город из руин. Огромное тебе спасибо. Но без мудрого руководства нам тяжело придется. Найди достойного гоблина, который согласится править нами. Так. Да? Лишнее. Да? Вы обратились к мастеру. Ага, то есть нам аккурат нужное количество выдали. Вы обратились к мастеру. Потому что ничего враг. Запасного нам тут не осталось даже. Ну, про запас. Ладно. Так. Давайте-ка сюда. И да, у нас тут только один гоблин, по идее, есть. Я ищу нового старосту для Брила. Не согласишься ли ты стать городским головой? Это большая честь для меня. Я согласен. По крайней мере, других гоблинов, с которыми могли пообщаться, не припомню. Слушаю. Ну, точнее, вот там вот есть гоблин, но я так понимаю, он командир гарнизона. Да и его, в принципе, нету. Насколько я вижу, здесь. Ну, парень, вперед. Иду! Приказывайте. Место тихое, спокойное. Так. Где-то... Да, вот они. Я это сделаю. Ну? Мы... Нас атакуют! Ваш враг. Сделаем в лучшем виде. Осторожно! Хорошо. Так, тут же безопасно. Мы вроде бы просто уничтожили любые угрозы, но мало ли. Иду. Приказывайте. Как пожелаете. Все свиньи найдены. Пора обратиться к оркам за обещанной наградой. Хорошо. В смысле, он что, магом считается? Любопытно. Любопытно. Паника, минус броня, минус скорость. Вот что значил мозг на том существе. Героизм, ну это в принципе как заклинание. А, разве что нет, не дает, по-моему, прибавку к уровню, да? Слушаем! Приказывайте. Ну, как скажете. Все свиньи в загоне. Как и обещал, я угощаю твоих воинов своим знаменитым блюдом Громпуза. Теперь они станут сильнее и выносливее. Мы... Но если не стали сильнее выносливее, как-то незаметно.
Потому что вот эта вот сила, она вот от меча. И все. Кстати, раз уж здесь. Где? Кто? Ё-моё. Слушаем! Ну? Так, надо уничтожить, что как было. Как скажете! У нас по заданиям... А, как раз-таки таверня. Здесь и отдадим сразу. Как скажете! А, стоп. Жить. Существовать. Не дергаться. Так... Чё? Мы... Слушаем! Мы... Я готов приступить к выполнению своих обязанностей, но без скипетра я чувствую себя самозванцем. Уцелевшие жители видели, как в развалинах копались какие-то огненные существа. Возможно, это они похитили скипетр. Вы нашли скипетр! Теперь город вернется к нормальной жизни. Чем я могу отплатить за такую услугу? Гоблины-стражи не верят нам и отказываются пропускать в пещеры. Поручись за нас. Я немедленно отправлю гонца к стражам с просьбой, чтобы вас пропустили, как истинных друзей нашего народа. Оу, так. Пока не представлю, уже забыл, что здесь вот, вот это вот. Чё? Чё? Мы... Бей врагов! Ну и, в принципе, ясно, почему нам сразу не давали заклинание школы природы. Угу! Мы... О, кстати, да. Стоп. Что? А, мы уже адепт. Что-то у меня вылетело из головы, что уже получали повышение. Допустим. Ясно, идем встречи шанг еще не скоро. Так. И, честно, вот этот пока что смотрится наиболее полезным, потому что иногда такое вылазит. Ну, или, по крайней мере, вот когда там одно из логов уничтожали, там, видимо, как бы сказать, ребята, которые должны были лазить по дорогам и сражаться с городом, они там застревали, точнее, застряли. И там их такое количество оказалось, что просто жесть. Мы, конечно, справились за счет того, что уже были сильные, но... В принципе, как вот вариант... Ага. А, ну хотя да, не всегда нам попадаются ресурсы, потому что они всегда попадаются, но нет, сейчас вспоминаю, что несколько логов мы уничтожили, и там ничего не было. Но, в принципе, как источник ресурсов как раз-таки. И средств... Ага. Стоп, ну... Это странно. Потому что я точно помню, что... Знамя нам... Хотя, может, знамя было к какому-то квесту привязано. Просто мы этот квест не получили. Но знамя мы точно нашли ее. Ладно. Подумаем об этом как-нибудь в другой раз. —
Идем! Я слушаю. Чё? А, так, стоп. Шаман. Ага, ну, в принципе, больше никого и нельзя нанять. Только шаман. Эх, шаман, а ты насколько хорош? Так, что там у гоблинов? Ага, мы не можем ничего у гоблинов. Хотя вот можем бомбера прихватить. Но... пользы от последнего бомбера, который с нами был, что-то не наблюдалось. Ну, значит, шаман. А, не тот город. Что? Ага, он еще и травит. Ну, пусть. Слушаем! Мы... ну... вы обратились к мастеру. Как пожелаете. Мы... идем! Угу! Ладно! Шаман-новичок, наверное, будет себя неловко чувствовать в такой компании. Но, быть может, недолго не протянет. Потому что, если я правильно понимаю, враги будут целиться в первую очередь именно по нему теперь. Ладно! А, ну да, конечно. Собственной персоной! Чё? Я повелеваю. Ладно. Огнем! Чё? Идем? Мы же... да, заручились поддержкой. Чё? Уважаемые. Угу. Вы помогли восстановить город? Ну, хорошо, проходите. Ну? Так, ну-ка еще раз, может он согласится с нами пойти или нет? Нет, вообще не говорит. Слушаем! Ладно! Ладно! Идем! Угу. Чё? Как скажете? Хорошо. Ну что ж, с гигантом, видимо... планировалась какая-то развилка, но либо ее не добавили, либо мне не удалось ее найти. В любом случае, основная часть миссии завершена. И на этом пока что все.